Вот это кто? Вот такая штука бегает. У нас и не одна. Яркость никак не могу сделать. Маленькая очень. И ловит ее. Их у нас тут много. Вот еще одна мишень. О! Друзья мои, это кто? Но они маленькие. Масенькие, как беленькие. Ой, замерла. Ой, хотела прибавить и потеряла. Где она? Где? Убирай. О. А. Это макрички. Это радки, наверное. Только они какие-то маленькие, рыжие. Может, дети. Ой. Вот такое чудо у нас тут ползает. Но они такие цветные. О, замерла. Не видно ее типа. Но мы их пока трогать не будем. Какие предположения? Это кто? Настен, потрогай ее пальчиком, чтобы она чуть-чуть побежала. Ага, все, да? Не хочу. Ой, все. Никто меня... Мертвый. Ага. Никто меня не тронет. Тут вот где-то я еще видела. Вот она. Да, вот это вот. Вот такая же сидит. Ой, так неудобно. Вот, еще, еще. Где? Вот бежит, вот. Вот бежит, да. Вот такая. Вот ух ты, еще. Какая классная. Блин, где она? Вот. Я потеряла ее. Вот она. Тихо. Вот. Ой, какие классные. Стой. Замерли обе. А где вторая? Ты закопала, тихо. Наська. Где она? Я ее потеряла. Вот она. Типа умерла. Смотрите. Ну да, их там вон. Там целая куча. Раскопки продолжаются. На улице идет дождь. Вон кто-то. Вон их сколько. Кашабуршили называется. Да. Сейчас мы это дело закроем и будем ждать ответа от знатоков, макритчик. Кто это, что это и есть в этом интерес. Эй, собакен, убери свой нос.